Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 30 июня – самый волшебный день. Сделайте одно действие в доме, и будет достаток целый год. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 30 июня считается самым солнечным днем. Но есть категоричные запреты этого дня. Что не стоит делать в этот день, чтобы не было бедности? Я вам все расскажу. За неделю до Ивана Купала отмечали солнечные дни. 30 июня посвящали день солнцу, своему дому, своей семье, своей жизни. В этот день обязательно нужно позвонить всем своим родным, особенно, которые далеко от вас находятся. Считается, что общение в этот день принесет счастье каждому из вас. Обязательно нужно приготовить себе вкусные блюда, которые вам нравятся. Считается, что таким образом вы заряжаете себя удачей на целый год. Обязательно в этот день нужно подмести полы. Если подмести в этот день, вы избавитесь от всех болезней, от всех неприятностей. Все невзгоды уйдут из вашего дома. По приметам, в этот день солнце очень долго находится в зените. И считается, что солнце дает процветание каждому человеку. И очень важно в этот день обязательно просить солнце о достатке, удаче. Ну а солнце обязательно зарядит вас своей энергией. Каждый, кто сегодня обратится, сможет получить много силы и удачи. Что запрещено делать в этот день? Просто вот категорически запрещается давать в долг, даже если у вас очень сильно просят. Считается, что тогда все ваши деньги, накопления будут уходить сквозь пальцы. Проходить мимо вас, тем самым вы привлечете нищету в свою жизнь. Есть еще одна примета, связанная с этим днем. Если вы, наоборот, хотите привлечь финансы, для того, чтобы в ваш дом шел денежный поток, обязательно в этот день подстригите себе ногти. Да, считается, что такая примета, наоборот, привлекает денежный достаток. Очень важно сегодня, если вы приняли какое-то важное решение для себя, не останавливайтесь, продолжайте в том же ритме. А вот если у вас родилась какая-то идея, то просто действуйте. Все ваши действия приведут к успеху. Если вы начнете сомневаться, ничего хорошего не будет. Также есть такая примета, что в этот день с незнакомыми людьми лучше не общаться, даже если у вас просто спросили, предположим, адрес, куда пройти, ну или сколько времени. Считается, что через незнакомых людей вам может пристать негативная программа. И если вы не хотите, чтобы в вашей жизни были неприятности, не общайтесь сегодня с незнакомыми людьми. И если вам приснились сегодня хорошие легкие сны, сон вам показывает, что вы на правильном пути, значит, нужно продолжать в том же ритме. А вот если вам приснился плохой сон, тщательно его проработайте. Он покажет вам, в какой жизни у вас образовался провал, где можно ожидать неприятностей и как это все исправить. Сегодня день солнца, и солнце заряжает энергией каждого. И вы можете сделать легкую практику для себя. А вам всего лишь навсего нужно в течение сегодня выйти на улицу. Посмотрите на солнышко. Если у вас нет возможности, значит, подходим к окну. Посмотрите также на солнце и при этом обязательно скажите такие слова. Прямо сейчас я подключаюсь к мощному источнику вселенского изобилия. Отныне я становлюсь финансово свободным человеком. Денежный поток легко и свободно и в нужном количестве поступает в мою жизнь. Солнце своей силой заряжает, денежную энергию мою жизнь направляет. Вот проговариваем 3 раза. Все, далее занимаемся своими делами. И вот будьте уверены, что такие солнечные дни обязательно подарят вам и денежный поток, и удачу.